Дорогие товарищи, участников торжественного заседания пришли приветствовать юные пионеры. Предоставляем им слово. И открытий за партии твердо ты шел. Рабочий, солдат, леворов, строитель, ленинский комсомол. Какое счастье быть с тобою рядом, вслед за тобой в грядущее шагать. Спасибо, комсомол, бессменный наш вожатый, за то, что учишь жить, работать, побеждать! С конармейских клинков и тачанок лихих начиналась твоя история. И учились орлята у братьев своих любить и беречь нашу родину. Комсомол, ты в походной шинели к нам пришел и повел за собой. Ты сплотил и проверил на деле боевой красногалстучный строй. Юность страны с комсомольским билетом не выбирает дороги простой. Шире и шире шаги пятилеток. Магнитка, Турксиб, Комсомольск, Днепрострой. И всюду были мы с тобой вместе. Трудились, мечтали, стремились в полет. В сердцах пионерских, как лозунг, как песня, звучало крылатое «Время вперед!» Победное знамя нес в боях сквозь пожарище огненных лет и хранил на груди, словно вечное пламя, силуэтом вождя комсомольский билет. Вместе с тобой пионеры-герои в бой за советскую родину шли. Им были примером Гастелло, Зоя, десантники малой земли. Комсомол! По зову партии вновь на переднем крае ты. КамАЗ и Атоммаш, Тюмень не черноземье. И в космосе штурм новой высоты. И в ногу с тобою шагает упрямо красногалстучный дружный отряд. Колосьями хлеба, рельсами БАМа дела пионерские наши звенят. Я, Алексей Грисенко, в пионеры вступил на Красные Пресни. Никогда не забуду, как наш вожатый
Володя Зуйков, токарь завода памяти революции 1905 года, повязал мне галстук. Володя учит нас крепко дружить, трудиться на пользу людям и любить нашу прекрасную родину. Вчера он дал мне рекомендацию в комсомол. Спасибо тебе, Володя! Спасибо всем пионерским вожатым! Я, Алексей Куделькин, живу в таежном поселке Магот на Баме. У нас все молодое. Поселок, школа, папы и мамы и пионерская дружина, в которой пока 3 отряда. Самые лучшие наши друзья, вожатые из комсомольской молодежной бригады, герои социалистического труда Владимира Григорьевича Новика. Мы стараемся во всем быть похожими на них. Учиться и трудиться по-бамовски, но хорошо и отлично. Я Рустемова Жанат из Казахстана. Участвовала в рапорте пионеров страны 18-му съезду комсомола. На всю жизнь запомнилось, с каким вниманием, интересом слушали наш рассказ комсомольцы. И я еще раз почувствовала, нам доверяют серьезные дела. На нас надеются. Сегодня докладываю. Сегодня докладываем наказ 18-го съезда. Пионеры выполняют. Принимай, наш товарищ вожатый, рапорты пионеров всех республик страны. Пионеры говорят, комсомол наш старший брат. А ребятам, октябрятам, комсомол дороже брата. И загадки в этом нет. Мы секрет откроем вам. В комсомоле очень много наших пап и наших мам. Душой, как нужно взрослым и нам, ребятам, мирное небо над головой. Вы держите это высокое небо вместе с соратниками на плечах, чтоб солнце звенело колосьями хлеба и смех детворы повсюду звучал. У вас секунды лишней нет, известно это детям.
тревожит вас судьба людей на всей большой планете. Верны вы долгу своему, и если уезжаете, то и на отдыхе в Крыму работать продолжайте. У пионеров есть вопрос. Когда вы отдыхаете? Вам желаем быть здоровым и беречь себя чуть-чуть, чтоб могла к победам новым наша Родина шагнуть. Родной и любимой, мудрой и прозорливой, дорогому Леониду Ильичу Брежневу, несгибаемому борцу за мир и счастье народов, большое пионерское спасибо! Пионеры, к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будьте готовы! Всегда!